Всем привет, дорогие друзья, и сегодня я в будинке игрушек. Сегодня в будинке игрушек, посмотрите, я нашел тачки. Итак, первым делом давайте мы посмотрим машинки, которые здесь есть. Смотрите, первый у нас Стерлинг. Я думаю, вы его прекрасно помните. В мультике. Так, не ставится что-то. Так, подождите. О, все, поставил. Фокус камеры не фокусируется. Я его стараюсь фокусировать. Во, давайте. Дальше у нас номер 68. Это у нас Мэнни Флауэр. Смотрите, гонщик у нас из старого поколения. Вот как он выглядит на задней упаковке. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Тоже классная машинка. Еще у нас здесь есть номер 35. Кстати, я его тоже вам возьму показать. Это у нас... Это дайте мне имя посмотрю. Это у нас Кевин Рескинфол, что-то такого, в общем. Тоже гонщик из старого поколения, из мультика «Тачки». Тоже такой вот классный гонщик. Но у меня эти два гонщика в коллекции есть. Но я не ожидал реально, что я в будинке игрушек вот этом увижу тачки. Но это не... Это, в общем, все-таки я их здесь нашел. Дальше давайте. Это у нас Кори Турбо. Кори Турбо у нас брала интервью у Молнии Маккуина. В первой части, если вы помните, когда команда Молнии Маккуина увольнялась. Еще у нас здесь есть такая машинка из байки Метро, скорее всего. Ну, я помню, это когда Мэттер соревновался с кабуто, вот такой вот зелененький. Здесь и мини есть такие машинки прикольные. Есть еще такая из Японии машинка, если вы видите, вот смотрите. Дальше там уже по повторным, но хотя есть еще машинки, дайте я вам покажу. Смотрите на это чудо. Это у нас из байки Мэттера в той серии, когда Мэттер познакомился с НЛО под именем Мэттера. В общем, здесь два погрузчика, как вы видите, и большое такое НЛО, летающая тарелка такая. И мы еще здесь видим Боб Катлоса. А Дарл Катрип, интересно, здесь есть его компаньон, с которым они комментируют гонки? Не знаю, я его взять смогу, потому что, смотрите, я поставил этот наборчик. Боюсь, что упадет, ну, давайте попробуем. О, получилось! Так, вот, смотрите, я вам показываю. Кто не знает, это Боб Катлос, повторяю вам. Точнее, говорю еще раз, вот он какой. Mattel тачки, они железные, металлические. Но я думаю, вы это прекрасно знаете. Кстати, Боб Катлос, знаете же, Боб Катлос очень похож на Стерлинга. Вот Боб Катлос похож на Стерлинга. Немного, ну, чем-то. И там еще дальше, если вы видите, вот такая машинка, когда... Как вам объяснить? Ну, я думаю, вы тачки смотрели первую часть, и вы там видели то, что этот заезжал, вот этот белый, вот этот вот, я не знаю его имя, который Куиджи заезжал покупать шины, и там был Феррари еще, и там еще какой-то компаньон. Это у нас из поколения Дока Хадсона. Вау, смотрите, еще какие-то две машинки. Я их не замечал. Но я знаю то, что под номером 28 зовут Тим Балони. А вот эту вот машину под номером 76 из нового поколения, я, кстати, не знаю, как зовут этого гонщика, под номером 76 из нового поколения. Написано Will Reason какой-то. Лично мне бы хотелось бы номер 76 из коллекции гонщиков старого поколения. Его зовут Красти Ротор, кажется. В общем, дорогие друзья, кто здесь есть еще? О, а эта машинка, дайте я вам покажу. Эта машинка из Radiator Springs. Это один из тех, кто его посещал. Не знаю, как его зовут. Если знаете, напишите. Здесь написано что-то. Ну, я Ник Стриркер, Ник Пегатина какой-то. Пегатинос. Так, ладно. Еще здесь есть, дайте я вам... Хочу все показать просто. Но я думаю, вы можете и приехать в будинок игрушек, посмотреть. Вот, все, взял. Сейчас давайте я вам покажу. Вот, смотрите. Сейчас вам ее покажу. Камера не фокусируется. Вот. Это у нас болельщица Кинга. Она такая в шоке. Шокирована она. В общем, такая она с флажком Кинга, короля. И тут
то же самое, ценник показан, вот это вот. Ценник, дайте я вам очень, очень хорошо показать. Вот, Cars, Mattel, так, фокусируем, в общем. Классная машинка, прикольная, но я даже не знаю, что мне взять. Кстати, можете в сообщество написать? О, давай я покажу. Еще есть такие машинки из такой серии. Это новейшие, прям новейшие такие. Это у нас Мигель Камина. Это у нас молния. Это у нас. Это у нас молния Маккуин и Сюта Дороки. А это у нас Джексон. Джексон Шторм и Мигель Камина. А дальше есть еще машинки. Вот, давайте я вам здесь покажу. Они вот внизу есть. Это у нас номер 73 из нового поколения. Он у меня есть. Он у меня есть в моей коллекции тачек такой. И это у нас вот этот флажко. В общем, дорогие друзья, Джексон Шторма это. А, та машина, в общем, с флажком, это... У меня, в общем, такая тоже есть, офикяу. В общем, это Джексон Шторм Мигель Камина. Ладно, я это говорил уже вам куча раз. Ну и, наконец, давайте... Здесь есть еще пару мотелечек. Смотрите, это номер... Дай, сейчас поставим куда-то эту машинку. О, поставил, дайте я вам докажу. Вот, смотрите, есть такая еще. Номер 5, это Эрик. И еще там дальше повторяются машинки, но я вижу одну, которую вам еще не показывал. А, и еще я вам вот эту машинку не показывал, вот. Это, по-моему, маршал из «Тачки на дороге». Кстати, у меня есть «Тачки на дороге», только одна машинка есть. Вот этот полицейский молния Маккуин, который к нему перекрасился или что. Кто знает, напишите, в общем, в сообщество под любым вопросом. Вот прям под любым. О, такие две машинки, близняшек, тоже из «Тачки на дороге», я видел у себя в городе, в Измаиле. А это я смотрю в Киеве. Итак, дорогие друзья, показываю вам завершающую машинку. На этом видео, смотрите, вот такая машинка. Это, наверное, из редких, что ли. Bill Rails какой-то, я не знаю его. Это из Thomas Wheel, кажется, ребята. Кто знает, это из Thomas Wheel, что ли, когда Маккуин там был, Скрус, или нет? Вот реально, кто знает, я не знаю. Так, ну, ладно, друзья, вот такая классная машиночка, давайте мы ее поставим, и это завершающая наша. Ну, здесь есть еще много таких машиночек, мини вот эти, или такие есть, и сержант есть. Вот такого гонщика нету, это под номером 21 какой-то, из нового поколения. И Джексон Шторм. Ну ладно, дорогие друзья, кому понравилось видео. Дорогие друзья, смотрите, какой там адвент-календарь наверху. Оказывается, там такой адвент-календарь. Да, я хотел такой адвент-календарь, но, по-моему, там были пластмассовые. Хотели заказать в интернет-магазин. Ну ладно, дорогие друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока!